Мароша после недели заточения вышла на улицу. И сразу к елочке проверять, как у совы любимые дела, да, Марош? К лучику она не зашла, она на пороге постояла, сказала, да ну нафиг, я на улицу. Ой. А тут сразу в гости, а елка такая не рада. Ёль, ну ты крыску съела, молодец, большую. Да, кисенька? Я тебе вкусное принесла. Ты будешь? Это завтрак. Какой-то ветер сегодня, изморозь, хотя минус 7, а такое впечатление, что дождь идет. Ёль, ты бы на подушках сидела, что ли? Ешь. Ага, нет, Мароша. Нельзя. Это ёлкина. Так, кошка, ты только что получала цыпленка, ты не стала его есть. Да? Нет? Фу! Ну что это такое, а? Бесим сову? Смотри, сейчас огребешь. Ты же не хочешь это есть, ну? Чего ты? Гёль, надо побыстрее все съесть, а то она съест. Точнее, не съест, а все уронит. Да? Нельзя ронять. Вот. Отстань. А елка, наверное, погадку еще не скинула. Ты потрогала ее когти. Ну что вот это такое? Кисунь. Вот как можно лучика бояться, а сову не бояться? Не, ну на самом деле я знаю как. Артем, вот, например, тоже лучика боится, а елку не очень. Мароша. Что ты делаешь? Все, иди туда. Ёль, да, она не, как свет это плохо фокусирует. Ну, мы елку погадку не скинули. У нее тут меха сняты с идеально с крысы. Мех. Коврик. Вообще. Не знаю, что елка собиралась с этим делать. Но мастерски это сделала. Пойдем, Марош? Я тебя домой отведу, и мне надо идти крыс кормить. Пошли. Пошли, говорю. И здесь убираться, пока не растаяло все. Говорю, пошли. Марош, идем. Я ухожу. Мароша, пойдем. Да? Идем скорее. Не, не туда, мы в пенек не пойдем. Пойдем наружу. Давай. Выходи. Ты будешь в клетке? Тигр? Скажи, я опасный тигр. Меня нельзя наружу. Мароша. Пойдем. Марош, ну куда? Мароша. Ветер очень неприятный, холодный. Аж кошка приседает. Идем! Я сейчас тебя оставлю здесь и уйду. И все. Ну, такая, ну, уходи. Что ты там увидела? Вот там. Кого она видит? Иди сюда. Ко мне. Быстрее. Скорей давай. Я сейчас делаю прям. Ой, лично попрошу тебе дать по жопнике. Гёль, у нас кошка дурочка, ну что делать? Нам не повезло. Да? А, ты клюкву увидела в окошко. Прекрасно. Или я не знаю, что с этим делать.
Маруша хайпует. Не повторяйте в домашних условиях. Все, Маруша, я тебя ловлю и пошли. Давай. Тебе нужен ковер из крысоньки. Хрен ты, скажи, меня поймаешь. Да? Ёль, давай ее вместе ловить. Я уже замерзла, мне надо пойти штаны потеплее надеть. Выходи. Все. Пошли домой. Идем. Мароша, я домой. Самые голодные на свете лягушеньки. Кто хочет рыбоньку? Рыбонька. Ай. У-у-у. Ты хочешь рыбоньку? Ой. А ты? Ты не туда прыгаешь. Ой-ой, пинцет отдай. Отдай пинцет. Вот. Ничего себе, он сразу ее прям заглотил. Вот эта желтенькая лягушка развивается не очень правильно. У нее передние лапки какие-то гнутые. Но она растет все равно. Кажется, кто-то уже все съел, а кто-то еще не все съел. Вот она вот вперед вот так лапку держит. А надо вот как зеленый. Ну, альбиносам вообще в жизни сложно. Вот. Посмотрим, что дальше будет. Ну, потому что не надо рыбок поперек хватать. Марош, ты все интересное пропустила. На этих бедных лягушек уже достала. Она их постоянно коробочку пытается поиграть в них. Приходится ее их прятать. Мароша! Ну, как хочет. Тут еще один маленький кусочек остался. Может, его кто-нибудь съест? Например, вот ты. Ты, конечно, я понимаю, что не проглотил. Но так не бывает, чтобы два раза приглотил. Молодец. Будешь большим. Даже я все съем. Сейчас они проглотят, я мисочку сполосну и им водички налью. Чистый. Пусть едят.